Сегодняшняя тема. Кроме того, в России зарегистрировали снижение смертности от случайных отравлений алкоголем, с 9,7 случаев на 100 тысяч человек населения до 8,9. По данным Росстата, увеличилось количество россиян в возрасте 15 лет и старше, не употребляющих алкогольные напитки, в 2011 году 38,2%, в 2014 году 41,6%. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь.